Как создавали пожарную охрану и что представляет из себя профессия спасателя, можно увидеть в новой экспозиции исторического парка «Россия. Моя история». Выставку открыли в честь 30-летия МЧС России. Парк вышел с таким глобальным и хорошим предложением. Показать это намного нагляднее в формате, как живет министерство, как выполняются работы, для того, чтобы население понимало, что их уровень защищенности достаточно высок, и мы первыми и в готовности приходим на помощь. Посетители увидят макеты спасательной техники, форменное обмундирование пожарных, оборудование для спасения людей и животных. Гостям мультимедийного парка расскажут, как боролись с огнем раньше и как это делают сейчас. Выставку предваряла кропотливая работа. Нужно было выбрать все самое важное и интересное за три десятка лет работы МЧС. Создать интересный для посетителя контент, который находится в наших электронных носителях, на наших сенсорных, проекционных экранах, в интерактивных столах и приложениях, разработать тематические игры. Мы старались рассказать об истории ведомства, об истории профессии спасателя живым языком, интересным для наших посетителей, прежде всего для подрастающего поколения. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.